Всем привет! Сегодня мы с вами будем распаковывать посылочку. Посылка пришла из Питера. Вот такая она, объемненькая, она в пакете. Вот. Эта посылка у нас от Насти, от рубашечки. Спасибо большое, Настя. И это не просто посылка, Настя мне тут целую загадку, короче говоря, сделала, целый квест. Во-первых, ее нужно не просто распаковать, ее нужно распаковать в определенной последовательности, которую Настя мне написала. Сейчас постараюсь не ошибиться. Вот. Во-вторых, Настя, я очень извиняюсь, я не знаю, что там, но я буду очень надеяться, что там не что-то бьющееся, потому что когда я забрала ее с почты, я шла еще с плюс с пакетами из супермаркета, поэтому да, у меня были заняты все руки, и когда я открывала входную дверь, я грохнула твою посылку. Прости, пожалуйста, я надеюсь, там ничего не бьется. Так, ну что, поехали, будем открывать. Машулька сегодня со мной участвует опять. Нравится ей посылки, открывать это что-то. Так, маникюрные ножницы я, наверное, взяла зря. Не маникюрные, точнее, а маленькие. Я ими вышивку свою ну, в общем, с вышивкой их держала, эти ножницы. Так, сейчас поглядим. Так, в посылке две коробки. Так, одна коробка и вторая коробка упакованные красиво. Так, и письмо. Письмо я вижу. Так, письмо я вижу. Одна коробка. Вау! Вау! Так, тут немножко отлепился бантик. Ну, ладно, не суть важно. Вот как-то так. Ой, Маша. Вот. Так, одна коробка. Так, и вторая коробка. Все. Ой, нет, не все. Так, вторая коробочка немножко побольше. То ли... Нет, она не побольше, она такая. Другой формы, но тяжелая. Что там такое, Настя? Ай, полный пакет лепестков. Вот такие лепесточки. Лепесточки прикольные. Сколько их тут она нарезала-то? А, это сердечки. Та-та-та-там, та-дам. Настя выдумщица. Да, целый пакет с этими сердечками. Так, и в посылках сердечки, и слева, и справа. Все, вот они все. Все тут. Все доставлено из Питера. Так. По-моему, она мне говорила, что распаковать коробки. Ой. Тут вот что-то с коробкой произошло. С одной стороны, я не знаю, что с ней. Пятнышки. Надеюсь, что ничего страшного. Так, распаковать коробки, но пристально их не разглядывать. Это интересно. Так, сейчас мы распакуем коробки, но пристально разглядывать не будем. Потом надо будет прочесть письмо. Вау, вау, вау. Так. Открываем первую коробку. Очень интересно. Открываю первую коробку, а тут коробка почтовая опять. Ладно. Почта России, ладно. Коробка в коробке. Не понял. Не понял. Уже интересно. Так, сейчас тут что-то приклеилось. Так. Настя, что-то я не поняла. Здесь тоже коробка Почты России. С обратной стороны адрес, но адрес... По-моему, не мой. Да, вообще не мой. От кого-то, от другого. Так, что-то я не поняла. Сейчас, ладно, вторую посылку. Сейчас раскроем. Слушайте, что-то непонятное творится, да, Маш? Да. Что это такое? Во второй коробке тоже посылка. Настя, это точно мне? Так, она почему-то вся сладкая. И я теперь вся сладкая.
Очень интересно. Очень интересно. Здесь тоже Почта России. Это тоже посылка. Только почему-то, Настя, эти обе посылки для тебя, а не для меня. На них твое имя и твой адрес. Так. Очень интересно. Так, ну я думаю, что не стоит их открывать, наверное. На этом этапе, наверное, стоит читать письмо. Поэтому мы сейчас с вами возьмем письмо. Там что-то в этом письме. Так, там две коробки. Когда их откроешь, тогда читай письмо. Ну, это да, это для меня, для непонятливых. По-моему, там... Я уж, честно говоря, боюсь даже открывать. Ага, а в письме еще письмо. Два письма. Королева сюрпризов. Так. Там, наверное, в письме еще письмо. Так. Смотрим. Так, все понятно. Вот отсюда начинаем. Я надеюсь, это можно читать. Ну что ж, поехали. Надеюсь, посылка дойдет вовремя до отъезда на дачу. Да, она дошла вовремя, я еще не на даче. Так. Первый раз в жизни упаковывала подарки. Получилось не очень, но зато с любовью. Да, отлично получилось, уже интересно. Спасибо. Надеюсь, это стоит того, ведь это не просто подарки, в них есть идея. Интересно, сейчас посмотрим. Первое. Книга. Ох уж эта книга. Это не просто... Это не просто последняя часть... Гарри, но еще и мне удалось достать ее в уникальном издании в альтернативном переводе под Росмен. Чего? Гарри Поттер в альтернативном переводе под Росмен. Где она? В какой из них? В какой из них? Так. Секундочку. Не знаю, уж набрали или нет, но попытка не пытка, мне ее издательство выслало по почте. Я не раскрывала. Офигеть! Я так думаю, что это, скорее всего, вот это. Скорее всего, это она. Так, а можно я ее сейчас открою? Можно, да? А потом дочитаю до конца и тогда открою вторую. Или это не она? Или это не она? Бог мой, подождите. Так, вдруг это не она? Может, она тут? Она, наверное, тут. Так, ладно. Так, дочитаем до конца. Настя сказала дочитать до конца, потом открывать. Ладно, хорошо. И второе. Супер альбом. Enjoy Book. Точно, я перепутала. Это Enjoy Book. Хотелось бы побольше... Так, я... Хотелось бы побольше фото заказать, но они почему-то не принимались по формату. Там что, фотки? Пусть будет на память от меня. Там еще должно быть подписано. С любовью от Рубашечка. В общем, люблю, целую, обнимаю. Так, это интересно. Спасибо. Сейчас мы все посмотрим. Так, будем смотреть по порядку. Сначала книжка от издательства под Росмен. Да ладно, как под Росмен? Как это? Так, сейчас мы как-нибудь вскроем посылку. Главное, книжку не разрезать вместе с посылкой. Я в шоке. Да ладно, последняя часть Гарри Поттера, это вот эта желтая книга, которая, да, которую издательство Махаон только выпускает, Росмен ее не выпускает, в альтернативном переводе. Да ладно, да ладно, такого не бывает. Откуда? Это офигеть.
Я в шоке. Что это такое? Да там книжка, Маш. Мама, там еще и лопанки. Лопанки. Да лопанки понятно. А... Подожди, 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 подожди. Не подумай, крышку не бойся. Она упакована в лопанку. Так, восьмая история. Да ладно. Офигеть. Офигеть. Да ладно. Да ты откуда? Так, я еще раз перечитаю. Уникальное издание в альтернативном переводе под Росмен. Да ладно! У меня слов нет. Сейчас мы посмотрим. Специальное репетиционное издание «Гарри Поттер и проклятое дитя», часть первая и вторая. По мотивам новой оригинальной истории от Роулинг. Офигеть. Восьмая история, 19 лет спустя. У меня слов нету. Настя. Гарри Поттер и проклятое дитя. Часть первая. Кингс Кросс. И имена все оригинальные. Акт четвертый, акт третий. Джона Тиффани и Джека Торна. Новая пьеса Джека Торна. Как пьеса написана. Вот это да. Вот это да! Это что-то. Спасибо большое! Вот это я почитаю. Это я почитаю. Это не Махаон. Это я обязательно почитаю. Офигеть. Офигеть. Спасибо огромное, Настя. Где ты ее достала? Где ты ее достала? Спасибо. Так, так, это шок номер один. Шок номер один. Так, 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 так. Поехали дальше. Будем получать шок номер два. Офигеть. Так. Теперь Enjoy Book. Я, честно сказать, я не знаю, что это, но это интересно. Сейчас мы посмотрим. Я уже поняла, что это что-то связано с фотографиями. Сейчас мы поглядим. Так, я аккуратненько ее распакую. Что-то связано... Ага. Посылка в посылке, а в посылке коробка. Вот стена. Так, в посылке коробка. Ну, вытаскивайся. Ну, приклеивай немножко. Сейчас мы ее... Ага, все. Все, в посылке коробка. Все. Так, открываем. Как пицца, мини-пицца. О, ты, господи. Альбом. Это фотоальбом. Вот это да. Вот это да. А, тут еще фотография, да? Слушай, какая классная.
Уникальная фотокнига ручной работы. Вот это да! Так. Да, и тут еще маленькая фотография. Она... это не фотография, это магнитик! Магнитик фотографии. Это магнитный холодильник, видимо. Ну, в смысле, на что-нибудь, да? Это, по-моему, магнит. Сейчас мы попробуем, это магнит или нет. Так, первая страничка. Моим любимым от рубашечки. Ми-ми-ми. И моя фотография. Вот это класс. Смотри. Вот это да! Ой! Это мою! Это ты и я! Да. Мы это вместе. Ты? А это ты! Похоже? Да, похоже, это ты, это я! Да. В шапочке! Моя детская фотография и Машуня на развороте. Вот это класс! Так, что там дальше? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фотографии из Снапчата и из формулы рукоделия. Вот это да. Вот это да. Гляди. Класс, да? Да. А здесь что? Ой, фотка с книжками. Ты и я. Да. Каждый с книжкой. Да-да-да. Просто пи-пи-пи. Слушайте, какая прелесть, а? Настя! Настя! Вот это подарок. Гляди, какая прелесть. Ты и я тоже. Мы с тобой вместе. Аквариум. Покажем? Да. Какая ж прелесть. У меня, кстати, нету ни одной вот фотокниги, вот такой вот, чтобы напечатаны были фотографии. Есть фотоальбомы, но нет ни одной фотокниги. Я и с мамуликом. Такая прелесть. Какая красота. Надо же. Надо же! Так классно. Очень красиво. А? Это кто у нас тут? Я. В валенках. Да. Ты на и я. О-о-о-о-о. Да-да-да. Слушайте, как классно. О, дача. Наша дача. Наша, да. Смотри, ты и я. Это точно. Фотографии с дачи. Ой! Нашел. Все, enjoy. Вот это класс. Слушай, какая прелесть, Настя. Настя, какая прелесть. Спасибо большое и за это, и за это. Это вообще, мне кажется, бесценная вещь. Это тем более. Вообще, вот это да, вот это подарки называется со смыслом. Вот это подарки со смыслом, подарки с идеей. Вот это да. Спасибо большое. Ой, все, мы все распаковали, так что будем прощаться и пойдем рассматривать. Да, пока. Так что всем пока, до встречи, пока-пока. Она действительно не имеет ничего общего с теми изданиями, которые сейчас Махаон, скажем так, печатает. Потому что я ее даже вот открыла, здесь нету ни начальных, знаете, вот этих вот листочков, где написан тираж, переводчик, издатель, там аннотация какая-то, что-то вот хотя бы. Здесь нет ничего, здесь практически сразу начинается книга. И все. Вот. Причем я посмотрела перевод именно вот... имена, названия, все написано именно так, как нужно. Никаких нету искажений в именах, ничего такого. Сейчас даже найду. Я постараюсь найти. Во-первых, так.
Вот. Хог... В качестве доказательства. Вот. Хогвартс. Так, сейчас еще найду. Хогвартс написано нормально. Профессор Снейп. Так, где-то тут еще про плачущую Миртл. Плаксу Миртл было написано. Снейп, Снейп, Снейп. Так, Седрик, Долорес, Амбридж. Вот. Еще Плакса Миртл. То есть все такое, как должно быть. Как было у Росмена. А не это махаоновская фигня. Так что спасибо большое. Удивительно. Просто удивительно. Но да, теперь у меня есть 8-я книжка Гарри Поттера. Ми-ми-ми-ми-ми.